Йоу, друзья, всем привет, с вами снова я, профессионал енот, фиалка, нубик и тюбик, поздоровайтесь! Всем привет, ребята! Привет, ребята! Привет, ребята! Как вы видите, мы находимся в довольно интересной локации. Вы уже догадались, где мы, а? Наверное, в каком-то механизме? Правильно. Похоже на то, да. Правильно, мы, короче, находимся в огроменных часах, понятно? Ого, ничего себе! Да, это механизмы, в которые лучше руки не совать, а то шестеренками их этими зажует и все. Стой! Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Кирдык. Ну, да. Вот, короче, да, это огроменные часы, в которых есть соответствующие комнаты с разными сложностями и разными персонажами внутри. И наша задача будет сегодня пройти все три комнаты, изучить этот механизм этих гигантских часов и всех здесь победить. Ну и как вы уже, наверное, поняли, в первой комнате у нас находятся вот такие вот клокмены. Это типа... что-то типа камерамена, только с часами, а не с камерой на голове. Вот. Да, и у них особенности, по-моему, еще есть. Да, по-любому, они либо умеют останавливать время, либо замедлять его, либо отматывать назад. Что-то из этого они умеют. И чем круче клокмены, тем больше они умеют делать всяких разных штук со временем. Вот. Короче, первый уровень вот такой вот. Я думаю, что этот клокмен сильнее обычного камерамена в несколько раз. Наверное. Ну и 100% сильнее скипяти туалета обычного. На втором уровне нас ждут вот такие вот меха-клокмены. Они уже намного больше в размерах. У них, короче, вместо вот такого старого будильника на голове есть гигантские вот такие вот старинные часы и вот такая вот шляпа. Больше похоже на какого-то... Больше похоже на какого-то детектива. Ну да, по-любому. Да, реально. У них такой еще плащ коричневый, короче. Ну и вообще у них все облачение коричневое. Да, я же говорю. Дальше. Идем в красную комнату, в которой нас ожидает супер сильный босс. Смотрите, кто это. Это Клокмен Титан. Ничего себе. Он, короче, очень древний, я так понимаю. Очень огромный и супер сильный. У него наверху, короче, вот такие вот огроменные старинные часы стоят. Прям те, которые, знаете, на пол ставят, и такие они двухметровые в высоту. Короче, у него там вот такие вот часы установлены. Я не знаю, насколько он сильный. Возможно, он даже сильнее камерамена Титана. Но я в этом не уверен. Короче, наша задача будет сегодня пройти все эти комнаты, изучить здесь все, посмотреть, что к чему. И наша будет еще цель, наверное, не дать им отмотать время назад. Ну да, а то мы тут на бесконечно можем застрять. Представьте, если мы пройдем зеленую и желтую комнату, дойдем до красного, он отмотает время назад. И мы начнем отсюда, например. Всем привет, друзья, с вами снова я, профессионал енот. Итак, по кругу. Ну капец, это будет жестко. Реально бесконечное видео может получиться. Ладно, погнали в первую комнату. Будем сейчас бить этих будильников и зарабатывать первые деньги. Кстати, еще не посмотрели магазин. Ё-моё, в магазине есть тут что-нибудь? Что ты тут делаешь? Часы украл? Немножко. А, все понятно, все понятно. Все понятно. Так, что здесь? О, коробка. Есть какой-то подарок и печатная плата военного класса, 10 штук нужно, и медная катушка, 10 штук нужно. Короче, нифига себе, где брать? Это с них, кажется, все будет выпадать? Наверное, с них падает. Так, все нормально. Так, давай. Фиалка уже прибарахлилась, короче, часами себе домой. Так. Мы как будто зашли в огромный магазин с часами, где куча разных часов. Я поняла, что, оказывается, настоящих часов у меня нету. Нифига себе. Вот, кстати, недавно у нас в доме тоже не было часов, и мне приходилось их покупать, ездить там. Короче, ребята, кто... Енот там сам превратился в часы! Кто серию эту не видел, обязательно посмотрите, это вообще жесть была полная. Тем временем я уже победил первого клокмена. Отлично! Ничего себе, ты быстро! Выбил какие-то деньги, вот. Не знаю, сколько там лежит, но я думаю, сейчас с еще одним разберусь и посмотрим уже... Чё к чему конкретнее будет. Так, на тебе. Чё там, ты упал? Я слежу за тобой, слежу. Так. Блин, я бью всех подряд, и чё там? Вот этого мало здоровья, очень мало здоровья. Сейчас я его добью. Вот этого, которого я пинаю. Нубик, берегись. Нубик, проще просто начать заново и все. Так, так, так. Ну да. Блин, потерял, ну ё-моё. Я так хотел завалить этого клокмена, но все-таки он сумел скрыться от меня, короче, в толпе.
Ну ладно, повезло тебе, я до тебя доберусь попозже. Убежишь. Я доберусь до тебя попозже, и тогда... Тогда тебе будет очень-очень плохо. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Кто-нибудь еще завалил Клокмена, а? Нет еще! Капец, да вы что там, давайте кого-нибудь завалить это уже, а? Надо деньги. Сейчас. Деньги, деньги, время, деньги. Сколько? Давайте быстрее. Можно опа. Хорошо, стараюсь. Пинаем, пинаем, пинаем Клокмена. Капец. В надежде, что он сейчас упадет, ну, и выронит заветные денежки. Давай так. Вот этого бей, смотри. Да я тут, подожди, своими делами занят. Ну давай, падай уже. Сколько здоровья у тебя там еще осталось? Елки, иголки, да я уже тут. Одного мотаю. О, наконец-то. Так, деньги сюда, деньги, деньги. Шесть, так. Шесть денег есть, отлично. Отличненько, покупаем меч. Оп, ну, две, две деньги выкинул. Две деньги выкинул возле торговцев. Если кому-то что-то надо, окей, забирайте. Так, сюда берем. Так, опа. Отлично. Ко мне подходите, давайте сюда. Я хотел собрать, стоп, и у меня не получилось. На тебе, на тебе. Я вижу так, тебя, так, оп, так. На, и оп, еще одна плюха, денежки. На, на. На. Я тоже хочу себе что-нибудь. Да. О, там выпали деньги. Деньги. Так. Взяла! Я даже выжила! Молодец! Нифига, давай, нормально. Ну, молодец, о, смотрите, катушка, катушка валяется. Я видел тюбик? И у меня одна катушка есть. Так, смотрите, надо 10 катушек и 10 печатных плат каких-то военных. Ну, так это, что-то там, разбирайся. А, сочувствую, говорит. Я деньги забрал. Капец, капец, не давай. Давайте. Где на пушку хватило уже? Вот этот крутой. Ладно, ладно. Покупайте, покупайте оружие себе, мечи там какие-нибудь. Будем сейчас разбираться. Да, опа. За мечи. Опа, на тебе, на тебе, на тебе. На, на. О, чё? Где ты там говорил? У тебя уже пистолет? Да. Нифига себе. Чё себе, вы молодцы, а я нет. Пустите! Я здесь мечом, да, короче, рублю этих клокменов, рублю, рублю, и что-то медленно, да, все получается. А я топор возьму. Чё, но медленно, но уверенно, как говорится. Давай! Так, давай, давай, потому давай, давай, еще! Деньги. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе, я на, здесь, на. Вот, есть! Давай. С этим вот я справился. Спасибо, отлично. Спасибо. Так, продолжаем выбивать деньги. Вот так вот. Из этих будильников. На тебе. Нубик, опа, помоги, опа, Нубик. Оп. Я? Ха-ха, да. На. Ваше оружие. На. Давай, тебе. Я на. Помог тебе. Помог. Спасибо. Хорош, Нубик, хорош. Так, ну-ка. Помогатор, блин. Если мне нужна будет помощь, я не буду просить у тебя. Так, так, так. На тебе. Я могу что-то купить интересное. Так, давайте. Так, опа, так, опа, чё опа. Надеюсь, для меня там деньги останутся, а то я до сих пор с самым первым мечом выбиваю тут деньги и так, не ладно, собираю. Вот опа. Так, вот. А я уже скоро топор сломается. У меня меч так сломался процентов на 10. Так. На тебе. На ладно, тебе. Ладно, сейчас, ребята, я вам помогу. Давай, иди сюда. Так, не сталкивайте меня. Кто там толкается? Так. Я видел фиолетовую ногу. Вы так готовы? Опа, опа. К чему, чему готовы? Блин, вы что, уже всех развалили? Ну, почти. А, я да могу... О, собираем. На, на, сюда. Собираем, собираем. Денюшки, денюшки. Денюшки, что-то денюшки. Что-то тебе там пылесосит. У меня 8 катушек есть. У кого сколько? Не пропусти. А, так, так. У меня сколько 16. У тебя, Нубик? О, я выкинул. Еще пропустили одну. Выкинул? Так, да, хорошо. Я иду сюда. Так. И жду вас здесь. Вот так, да, вот. Давай. Так, у нас есть только катушки, да? А схемы не выпадали тебе, что ли? Нет. Да, ё-моё. Нету. У меня только 7 штук, по-моему. 7? Так, так, 32 у нас есть, я правильно понимаю? Наверное. Так, ладно, у кого есть оружие, у кого нету. У тебя есть, вижу, ты отходи, тебе да не надо ничего. Пистолет. Так, у тебя, ну, такое себе оружие. А у тебя есть о что-нибудь, фиалка? Денег сколько у тебя? А у тебя о деньги есть? Надо будет докупить. На это не хватает сейчас. Я так возьму вот это себе. Что ты берешь там себе? И пару сумочек с патрончиками. А что ты себе купил? Деньги остались? А, да, лови. О, давай, хорошо. Так, нормально. Чё, Нубик, покупаем чё себе что-нибудь? Да, да. Так, сейчас мы тут с Нубиком что-нибудь придумаем. Значит, раз, два, три. Так, сумки, поехали. Так, так, четыре, давай, пять, о, шесть, пушку купил, семь, восемь. Так, Нубик, по четыре я сумки, знаю, я надеюсь, нам хватит. О, держи. Это... По четыре, так, ладно. Это надо тебе. Мне, да, так, это тебе, одну, тебе, тебе. Спасибо. Во. Пожарные. Так, теперь так я себе сейчас сумочки здесь распаковываю. Да ладно, опа, я не забирал ничего. Опа, смотри сюда мне. Сюда, 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 забираем. Забираем патрончики, вот так вот, опа. Ты тебя тоже мог бы забрать. Все, а ты что, вор, только украсть нет у своих, да?
А я ничего не забрал. Давайте погнали. Идем на второй уровень сложности к меха-клокменам. Фига. Так, ну получай. Сейчас будем с ними разбираться. На тебе. Офигеть, сколько у тебя здоровья. Они будут уже помощнее. О, давай, Нубик, я под тобой, который стоит, я его, короче, зажму сейчас. Нифига себе. Блин. Жесть. Ой, давай, так, давай, давай, патроны давай. Быстро мои улетают. Патроны, на то я и купил улетают. Сумки много. Так. Да, да, так. Вот так, этого, так, вот так, этого зажимаю. О, убили одного. Ура, смотрите. Блин. Так. Прыгнул. Ага, все. Они меня просто вынесли за секунду. А что ты ожидал, Тюбик? На тебе. Опа. Я хотел денежку собрать. Ну, видимо, не сейчас. А в итоге собрали тебя. Сюда. Ну, давай, Нубик, сейчас еще кого-нибудь завалим. О, зажимаем. Давай, давай, давай. Того, да, вот того. Давайте, давайте, да, я тоже давай. В него стреляю. Перезаряжаюсь. А так, о, завалили. Есть. Ребята, как чё? Много дается. Много выпадает? Да. Да. Отлично. Так, это хорошо. Надежда на то, что у нас будет интересное оружие. И какая-нибудь бронька. О, так. По 20. Нормально. О, ребята, да. Помогайте, помогайте. Давай, я стреляй в них, стреляй. Загрелась. Смотри, в Нубика так, не попади так, только. Вниз давай, стреляй. Давай. Он с одного удара меня убил. Да. Ну, у тебя же брони нету, Тюбик. Чего ты еще ожидал ничего, от этого? Ничего. Так. Сейчас я на броню себе о, накоплю. Завалили еще одного. Да, еще так. Минус один. На тебе получай. Опа, паркур, паркур. Есть такое так. Дело. Давай блин. Еще вот здесь, вот здесь, вот здесь. Давайте. Оп, еще один оп, упал. Оп, 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 оп. Есть еще один упал. Так, да, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Есть. Вот есть, этого. Есть. О, плата выпала военная. Да, она не одна, не одна. Смотрите, их две. За тобой а бежит. Воу, ты куда? Так, 10 плат надо найти еще всего, и мы сможем о, тогда купить этот да, подарок. Да, да. Интересно, да, да, что да, в нем? Да, у вас да, есть да, идеи? У меня чего? Три магазина осталось. Три магазина? Я тебе могу да. Сумку дать, Фиалка. А чё так давай. Это мало? О, еще так, тут повыпадали. Да, я вижу. Так, хорошо, о, держимся. О, нападает. Еще есть? Завалили о, одного. О, куда полез? Так, на так. Тебе, минусанули еще одного. Тюбик там просто деньги собирает, на него никто не обращает. Ребята, аккуратно, там стекло. Там деньги остались, стекло, посмотри. Смотрите, вы уже разбили стекло. Так, тихо говорю, стекло разбили, сейчас повылазят. Стреляйте аккуратнее. Кто... Тюбик, это ты стреляешь, куда попало. Жирненькие. Вниз надо извините, целиться, ребята. Чтобы стекла а не разбивать. Кончились, я за деньгами. Я понял, хорошо. Так, ага, собрала. Вот я не получилось. Плата еще выпала. Ну-ка, Фиалка, иди давай, 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 давай. Держи. Сюда. Держи, держи, держи. Сейчас мы с тобой разберемся. Ребята, вы не против, если я куплю броню себе? Броню? Да подожди ты, давай сначала добьем их уже. Зачем тебе надо, Анна? Броней, да. Так, ну-ка, на тебе. Сколько плат у нас есть? Я себе сапожки не знаю, я не собирал. Я все тебе отдала. Все. Вот здесь еще лежит как минимум три. Тюбик, сколько у тебя плат? Четыре. Так, у меня пять. Тут четыре платы, я вижу, лежит. Так, собирай. Я помогу. Опа, опа, завалил, завалил. Одного слышишь, завалил. На тебе, так. Смотри. На, пойдем. Купишь так, этот, отлично. Пойдешь, подарок. Так, ну-ка, так, так, опа. Так, давай, хорошо. И скажешь, что там нам, хорошо? Так, хорошо. У меня 20 магазинов осталось. Сейчас вон еще плата, вон еще плата лежит. Нападает. Да плату забирай. Так, хорошо. Так, 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 есть, так, забрал? Да. Все, бери подарок, тебе хватает. Я покупаю подарок. Что там в нем? Что там рассказывать, что в нем? Давай, давай, давай. Так. Ну-ка, давай, давай, да, давай. Ребята, оп, а там плат на меня хватает? А, это Фиалка, иди сюда. А я не знаю, что там. Давай знаю. Открывать будешь ты, держи. Жесть, хорошо. Сколько тут их еще, блин. Пойдем. Ребята, у меня сейчас патроны кончатся. 10 магазинов осталось. Это крутецкая броня, одевайте, убери. Броня? Чего? Она просто офигенная, она красивая. Вы готовы? Давайте, заходите. Посмотрите на меня. Где ты вообще? Ого, да вот красивенько. Я не вижу. Кошечка. А, какой нифига себе. Быстрый. Ты летаешь? Чё? Вау. Нифига капец, себе. Ребята, и снова вопрос. А там какой? Планы у меня остались? Я не знаю. У меня есть что еще ты? Красные. Красных 22 катушки вот эти вот. О. А зеленых военных я не знаю. Так, 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 так. Я Фиби, сюда сейчас спущусь. У тебя есть зеленые платы еще? Оп. Здесь так, одна лежит. Нет, у меня ни одной нет. Две вот. Поднял. А ну, Тюбик, стой. У меня чё? Две есть, ребята. Так, остановись. Это сюда. Я остановился. Сюда. Че, вообще я все равно? Но вообще, я последний магазин него решил садить капец. Просто. Капец. Короче, у меня есть две платы военные. Вот есть еще одна лежит. О, забирайте. Ха. Так. Так. Оп. Оба. Сюда все скинул сейчас. Все, вот там вот все, что есть. Так, предлагаю... У меня только 4. 6 блин. Да, пойдем, пойдем, пойдем. Ну все, получается все. Блин, следующий босс, алло.
А у кого денег сколько? У кого денег сколько? Мне нужно выкинуть и все. У тебя вообще ничего нету, Нубик? А, вообще ничего. Так, я понял. Держите, ребята, это вам броня. Я сейчас на всех куплю. Так, подожди, у нас оружия нету. Деньги, давай сюда. Оружие сейчас будет, держи. Так у нас нету оружия. Что тут раскричали? Вообще ничего нету, ни оружия, ни патронов. Потому что нам денег хватит. Так, давайте выбирайте, что берем. Я беру дробовик. Все, дробовик у меня. Или, Нубик, у тебя будет дробовик. Нет, я хочу... Хватит на пулемет за 96? Конечно, хватит. Так, есть такое дело. На, Нубик, это тебе тогда. Раз, два, три. Потом берем раз, два, три. О, вот так идет. Вот. Есть. Да, я знаю, спасибо. Фиалка, у тебя есть оружие? А, думаю, надо что-то получше взять. Так, что тебе, пулемет брать или электропушку? Ребята! А, давай пулемет. Пулемет. Такой, как у Нубика или другой? Чего такое? Ботиночки скинул. Какой пулемет, Фиалка, какой пулемет? Как у Нубика или нет? Давай вот это за 96. Так, на, это тебе. Ага, спасибо. Опа. Сейчас покупаю за 96 и покупаю еще 3 сумки с патронами. Так, держи, это тебе. Оп, все, у меня так, есть, а это что есть. Там осталось, ребята, 372 деньги. Хватит? Да какой меч? Нет, не хватит. Меч больше стоит. Меч стоит 512, у нас 372. Да. Я себе еще броню тогда куплю, а то что я один покупай. Без брони. Да могу кому-то сумку патронов дать, у меня же пулемет, поэтому мне да хватит. Сумку патронов? Так, а у меня патронов нет, Нубик, я обновил. Опа. Да. О, пускай у тебя тоже будет. На, патроны. Так, Фиалка, а тебе надо броню докупать? Сапоги там этот? А, сапоги надо, да. Так, давай, шлем тоже берем тебе. Да не, шлем не надо. Не надо? Ну смотри. Так, так все, это все отдали? Чего? Да, спасибо, очки. Что там осталось по деньгам? На, забирай. Короче. Ну, подождите меня, ребята. Мы больше ничего не можем. Ты что такой медленный, а? Ну потому что я не бегу, тоже а иду. Я тоже медленная. Да, с пулеметом так и я иду тоже. Ну а я с пулеметом в руках. Нифига себе. А кто попросил, чтобы подождали? Ты что там покупаешь себе? Я себе купил пушку Тесла. Пушку Тесла? Нифига себе. Короче, мне кажется, сейчас будет очень жесткая битва против этого Клокмена Титана. У него еще будильник, смотрите, на этом висит. Ага. На ремешке каком-то. Ой, идите сюда, идите сюда. Смотрите, у него, короче, вот это над под будильником, над часом. Ну куда ты отвернулся? У него там голова волка. Голова волка, видели? Голова волка? Да, вот, смотри, смотри, смотри. Вот там голова волка у него. Короче, ладно, я понял. О, что за звуки? Что происходит? Это что, он зазвенел? На, получай. Я слышал, это кажется вот это, который у него на груди висит. Жесть. На тебе, на тебе. Так, я сейчас, наверное, я не знаю, я где-нибудь сюда. Фиалка, отходи, а то он сейчас тебя схватит. Так, не надо меня хватать. Вниз спрыгивай, вниз спрыгивай, а то схватит. Жесть. О, блин, нифига, так я убежал. А, Фиалка, блин. Он идет на меня. Я же сказал, отходи, он тебя схватит. Перекрывай его. Жесть, нифига себе. Я буду от него убегать. Смотрите. Он на меня умер. Жесть. Нубик. Надо было шприцы покупать. На тебе, на тебе. Тюбик, отвлекаю, у тебя броня крутая, блин. У тебя крутая броня. Ты деньги все потратил, Тюбик, какие шприцы. Так, ух ты, ё-моё. У меня есть 16. Так, на. Ай! Не стреляй пушкой своей, она нас задевает тоже. Капец, извините, ребята, так, я перейду, наверное, на дробовик. Так, нам надо что-то здесь. На тебе, ой-ой. Получай! Так, я убегаю, ё-моё. Капец, а я издалека стреляю. А чё с ним делать-то? Да. Нубик! Нет! Мы потеряли бойца. Так, он в этом углу, сейчас я сюда перелезу. А, блин, он снова стоит. Ого! Попадает, смотрите, ребята. Ого! Ничего себе, убегай давай. Он меня зажимает, не могу убежать. Чё не можешь убежать? Он что, тебя замедляет или что? Так, тихо. Ребята, он здесь стоит в углу. Ё-моё. Так, ладно. Пошел вон. Где? Где он? На тебе. На тебе. Фиалка снова. Кошмар, блин, капец. Этот Клокмен Титан суперсильный. Я уже устала откидываться. На. Капец. Ой, так, давай, Нубик, давай друг друга будем пытаться не попадать. Так, нормально. Опа, давай, держимся. Ай, он достал меня. Нет, енот. Чего? Друзей. Я ничего не делал. Я получила пулю в голову от енота, мне тут все написано. Я вперед стрелял, я ничего не делал. Ай, блин, да ты меня сейчас поджаришь своей пушкой. Так, на тебе. На тебе, капец, на тебе. Фиалка, прости, я не делал. Ты стреляешь, я умею. Давайте. Залазь наверх давай, Фиалка.
Опа, залазь дай туда. Дай мне его добить. Давай, давай, наверх залазь. Опа. Нападает, смотрите. На, на. Капец. На, нифига себе. Капец, капец. Так, давайте, гасите смотрите, его, добивайте, добивайте, добивайте. Жесть. Смотрите, такие же песочные часы, которые у меня были тогда, когда время мог останавливать. Смотрите. А эти тоже, что ли, могут? Держите, смотрите, что нашел. Что это? Золотые провода? Нифига себе. Это что? Механические карбоновые детали. Пластины силовой брони. Карбоновые волокна. Вернические запчасти. Так, элитная микросхема. Нифига, сколько всего выпало. Что, ты стреляешь, да? Давай я постреляю тоже. Ничего, очень крутая броня. Все равно. А прочность тратится? Прочность тратится? Вообще нет, ребята. Жесть, нифига себе. Какой мощный. Да. Сейчас мы его заметят, остановим время ему и все. А и разденем. Вот это нормально ты придумал. Короче, давайте поставим часы вот здесь, в знак того, что здесь когда-то был Клокмен Титан. И вообще, что это типа арена вот в таких вот типа огромных механических часах. Если вам понравилась, друзья, эта серия, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте активировать колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну а с вами, как всегда, были мы, профессионал енот, Фиалка, Нубик и Тюбик. Всем до скорой встречи и пока-пока-пока-пока, друзья! Пока, ребята! Пока-пока! Пока, ребята!